Привет, интернет. Сегодня я еду в город Долгопрудный, место, которое называется Амфитеатр, на берегу водохранилища. Не помню, как называется. Немного проеду по Химкам, потом пересеку канал имени Москвы и дальше вдоль канала по дорожкам. Сегодня, кстати, не жарко, дует холодный ветер. Ну, тепло, но не жарко. Поэтому взял с собой курточку. Да, и с утра был дождь, хотя его в прогнозе не было. Поэтому дальше тоже нет его в прогнозе. Но кто знает, как там будет. Поэтому курточку взял. Чувак, снег убирает. Что-то много. Похоже, это арена Химки. Похоже, сегодня какой-то матч футбольный. Все по правилам сделал. Ну, кроме того, что рукой не показал, но было некогда. Залезу. Пересекаем канал имени Москвы. О! Не знаю, видно? Это я еду по МКАДу. Пересекаю канал имени Москвы. И дальше будет парк. Левобережный. Потом пересекаем железку. Едем по парку. Так. Сейчас заезжаем в парк Экоберег Левобережный. Здесь надо поаккуратней, потому что на велодорожке никто не смотрит. Вот на велодорожке. Навигатор, кстати, все время ведет в город, вот туда. Но я туда не поеду. Еду вдоль канала.
если сейчас кто-то на встречу попадется, придется падать в крапиву. Каскач хорошо, надо было еще одежду с длинным рукавом и штаны. Спасибо. Надо наверх забираться, потому что тут... О, здесь сейчас заберемся. Если, конечно, заберемся. Ае. Подъезжаю к Долгопрудному, сразу народ появился гуляющий и мусор. Даже с палатками зависает. Интернет?
как назло, какой-то чудак навстречу попался. Ну, можно было бы красиво проехать. Здесь у нас справа уже Долгопрудный. Я хочу проехать не по городу, прямо. Там будет какой-то залив. И вот мы доедем по каналу до залива, а потом свернем направо и поедем уже до места назначения. Даже какая-то дорога асфальтовая. Народу много появилось, придется съезжать на асфальт, наверное. Сейчас будет поворот направо, надо съехать, чтобы не мешать никому. Какая велодорога-то широкая тут. А велонавигатор все просит меня повернуть налево. Все хочет, чтобы я вплавь добирался. Супер. Офигеть, обожаю такие места. Хорошо, что не разогнался. Ага. Все понятно. В общем, дороги нету тут ни хера. Так, навигатор все хочет, чтобы мы куда-то... А, кстати... Может, там как-то внизу можно проехать? Потому что тут явно не проедешь. В общем, буду пробовать опять спуститься к каналу и ехать дальше вдоль канала. Хотя, в принципе, и здесь можно, но я не хочу по городу. Выехал опять на канал, ёб твою мать, ой. Буду пробовать проехать здесь. Хорошо, я приехал. А вот туда вниз, да? Ой-ой-ой.
Хорошее, красивое место, но не без минусов. Твою мать, что за свиньи все-таки, а? Почти доехали. По-моему, что-то типа 8 километров что ли осталось. Ой, так, ревнишка. А ведь можно пройти, да, выйти на берег? Да, да, вот туда. А вот и амфитеатр. Да, место красивое. Вниз, конечно, с великом не спуститься. Все, возможно, можно как-то объехать. Так, еду искать выезд на пляж. Амфитеатр, место мне понравилось. Красивый вид, самолеты заходят на посадку. Очень красивый. Так, вот, явный признак, что подъезжаем к пляжу. Парковка. Я проехал, походу. Не будем прыгать по бордюрам. Песочек. Шашлыки, МЧС. Приехали. Усадьба.
как резюме, место отличное, мне очень понравилось. Очень приятно посидеть, повтыкать. Но как пляж там, конечно, никакой. Есть рядом парк с песчаным пляжем, можно позагорать. Но купаться я бы там не стал. Можно? Девушка придержала собаку, спасибо ей. Да, бывает и такое. Чуть не съехал.